Пришло время улетных кошмариков, бугага! Из колоды каждый игрок берет по одной карте и укладывает ее перед собой лицом вверх. Остальные карты ведущий кладет перед собой рубашкой вверх. Затем ведущий одну за одной выкладывает перед собой карты из колоды. На каждой карте есть цифра, изображение и цвет. Задача игроков — собрать минимум 3 карты, на которых будет хотя бы по одному нужному элементу — цвет, цифра и рисунок. Тогда игрок выигрывает раунд. Главное вовремя накрыть рукой нужную карту, когда ведущий вытянет ее, а потом вспомнить и назвать, что на ней было. Если правильно, карта достается вам. Если попалась карта с кошмариком, ею можно заменить один необходимый элемент на выбор, и останется собрать 2 элемента, а не 3. Улетные кошмарики. Ужасно интересная быстрая игра со вкусными кошмариками от Мос Игры и Бон Пари.